Да, друзья мои. Спасибо, 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 спасибо. Слышу ваши аплодисменты. Да, дороженька у нас у каждого своя, и на самом деле, наверное, когда мы рождаемся, все с нами уже понятно. Все. И на самом деле я очень рада, что у меня такая дороженька, потому что вы у меня есть. И, конечно, непростая она дороженька к сцене, и мне всегда очень, скажем так, хочется улыбаться, когда многие мне пишут: скажите, пожалуйста, а какие курсы надо пройти, чтобы вот так вот петь? Я думаю, какие курсы, вы что? Ну, это примерно то же самое, что к артисту балета подойти, да, или к любому музыканту и сказать: скажите, как бы вы так нам какие-то курсы бы закончить? Вот, друзья мои, это каждодневный, очень непростой труд, и, поверьте, многие моменты, которые приходилось принимать от своего учителя. Это, знаете, когда прям так меня об стол, а я так: нет, 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 я буду выживать. Меня еще раз об стол. Вот. Так что все, конечно, непросто, но при этом, при всем, самый главный результат хороший. Так, а далее. Ну, чего я вам буду Дунину головку петь? Это неинтересно. Дунину головку можно и так посмотреть. Просили что-то... Какая песня без баяна? Вот, друзья мои. Это прекрасное, замечательное произведение. На самом деле, я просто почему так немножко тороплюсь? Потому что времени осталось немного, а... Что-то я себе трек-лист такой выставила. Как будто я двухчасовой сольник даю. Вот, друзья мои, какая песня без баяна?
Говорю вам спасибо, потому что знаю, что там не кричите. Молодец! Может, конечно, это не скромно. Но скромность — это не путь. Не путь на сцену. Так, ну что, у нас, в принципе, с вами осталось 7 минут до окончания. И самое главное, мне в этот раз успеть закончить ровно хотя бы секунд на 20 пораньше, потому что в прошлый раз я прям так пыталась в конце концов сказать, что в итоге у меня эфир просто не сохранился, а я должна его сохранить. Друзья мои, ну, сейчас даже не знаю, что, наверное, все-таки спою вам песню в преддверии, тем более, замечательного праздника, в преддверии 9 мая. Мною любимая песня, которая, как правило, поет всегда весь зал во всей нашей стране, во всех наших дружных республиках, да вообще, в принципе, во всем мире. И я ее очень люблю, потому что она, как правило, очень так скрепляет, сплачивает зал. Вот, поэтому исполню вас для вас под конец нашего эфира песню «Едут по Берлину наши казаки». Опять-таки поем все вместе с вами. Ольга Александровна, танцуют все! По Берлинскому с тобой кони шли на водобой, шли потряхивая гривой кони дончики. Распевает верховой, эй, ребята, не впервой, а нам коней поить казачьих из чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Он коней повел шашком, видит девушка с флажком и с косою под пилоткой углу стоит. Выпрямилась, как лоза, бирюзой горят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Ваша очередь! Он рад, но поймав игривый взгляд, ну, ребята, марш за мною, крикнул на скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела, нежный взгляд не по уставу дарит казаку. Эй, казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. 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 Да! Спасибо вам, мои хорошие. Да, да, это на этой праздничной радостной нотке я хотела бы, наверное, завершить свой эфир, сказать вам огромное спасибо за то, что присоединились, за то, что потратили целый час своей жизни на Марину Девятову. И хочу вас попросить, наверное, я буду, вообще, признаюсь честно, я не особо как бы вот такой вот социально инстаграмный человек, поэтому вы меня, будьте добры, пожалуйста, дергайте. И те
зрители, те чуть-чуть позже подключившиеся, да, инстаграм-зрители, которые, во-первых, не услышали песен, ну, я постараюсь опять-таки, да, эфир сохранить, вот, вы пишите, пожалуйста, периодически буду выкладывать такой к вам вопрос, какие песни вы из моего репертуара хотели бы услышать. Я буду стараться все ваши пожелания исполнять, приносить вам хотя бы вот такую вот радость на вот таком вот расстоянии. А мне, по-моему, пора бежать, потому что Ульяна Алексеевна пришла домой и требует мать к станку. Друзья мои, я вас всех целую, крепко обнимаю. Ваша Марина Девятова. Берегите себя, своих близких, и пусть Боженька вас тоже хранит.